монетками, да, платочками мы будем с вами наполнять нашу копилочку. Понятие монета, банк, пластиковая карта дошкольникам уже знакомы. Целый год воспитанники детского сада номер 71 изучали азы финансовой грамотности. Занятия проводились в игровой форме, а завершились фестивалем. Это итоговое мероприятие всей проделанной работы за год. Мы очень много говорим с детьми о финансах. У нас есть отдельная программа, отдельное направление, с которым работают наши дети. Сказочный персонаж Афлатунчик помог ребятам узнать много интересного об экономике. На фестивале поиграли в финансовые игры, отгадали профессии, вспомнили пословицы и загадки о труде. По мнению воспитателей, программа готовит детей к взрослой жизни и учит общаться друг с другом. Мы были муниципальной экспериментальной площадкой, а в этом году более серьезно стали работать. Мы сотрудничаем с Московским государственным открытым университетом, то есть на федеральном уровне, с банком «Газпром», вот, и готовим наших деток к социализации. Кроме того, в программе есть отдельный раздел экологического воспитания. Правильное отношение к природным ресурсам, так же, как и к денежным, закладывается у детей в раннем возрасте. По итогам фестиваля каждый юный финансист получил на память сувенир – шоколадную монетку. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».